Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я хотела бы вам показать рецепт шоколадного печенья с красивыми и большими трещинами, которое обязательно всегда и у всех получается. Рецепт очень простой, буквально все смешал и готово, но есть несколько тонкостей, о которых я вам расскажу в процессе. Делается все, как всегда, проще простого. Для начала нам понадобится с вами 2 яйца. Можно будет использовать либо сахар, либо сахарную пудру. Если вы используете сахар, то я сахар добавляю сразу к яйцам и немножечко еще сахара ванильного добавляю. Все это перемешиваю. Также можно добавить щепотку соли сюда сразу. И отставляю, чтобы сахар начал у меня растворяться. Если вы будете использовать сахарную пудру, то ее можно добавлять сразу к сыпучим ингредиентам. Если используете сахарную пудру, то ее нужно будет 200 грамм добавить. Отставляем наши яйца и теперь займемся смешиванием сухих ингредиентов. Для начала просеиваем какао. Количество какао будет зависеть от того, насколько сильно вы любите какао и насколько у вас качественный какао. Если он хороший, такой темный, то, конечно, вам понадобится 30 грамм, иначе будет чересчур. А если у вас такой не очень, то 50 грамм. Сразу сюда добавляю разрыхлитель, можно также добавить немножечко соды. И теперь сюда потерла я на терке сливочное масло. Оно было просто у меня с холодильника, здесь вообще не принципиально. И перетираю сыпучими ингредиентами сливочное масло. Можно это делать в комбайне, можно вот так вот венчиком. Немножечко еще перемешиваем наши яйца. Сахар практически полностью уже растворился. И добавляем все сыпучие ингредиенты к яйцам. Начинаем замешивать. Замешиваем ложкой, так как тесто будет довольно мягкое. Руками замешивать его будет неудобно. Получается вот такое вот вязкое тесто, которое нужно будет отправить минимум на полчаса в холодильник, для того, чтобы оно стало немножечко плотнее. Накрываю его пленочкой и отправляю на полчаса. После оно станет немножечко плотнее. В тарелочку насыпаю сахарную пудру, в которой мы будем обваливать наши печенюшки. Беру чайной ложечкой, где-то размером с грецкий орех, количество теста. И в сахарной пудре вот так вот его обваливаю, вот такой вот шарик делаю. Вначале покажу вот так, но обычно я просто несколько штучек сразу туда выкладываю тесто и сразу потом начинаю все обваливать. Ну, просто чтобы они не слипались, много туда не добавляйте. Все получается довольно быстро. Из этого количества теста у меня получилось 2 противня такого печенья. Печется оно довольно быстро, духовка у нас разогрета до 180 градусов, печется где-то 10-12 минут, но тоже смотрите, конечно же, по своей духовке. Вот они у меня такие вот в сыром виде, такие вот шарики. Уже сейчас наступают немножечко трещинки. И вот такая вот красота у меня получается после выпечки. Они очень хрустящие, вкусные и насыщенно шоколадные. Рецепт очень простой и очень нравится детям. Обязательно попробуйте такой рецепт и пеките, конечно же, с удовольствием. Не забывайте поставить палец вверх. А с вами, как всегда, был Кекс. До новых встреч. Пока-пока.